Дамы и господа, дорогие коллеги, от имени Всемирной Федерации Профсоюзов позвольте мне начать мое выступление, поприветствовать активную мобилизацию миллионов работников во всех регионах мира. Эта мобилизация явственно продемонстрировала отказ работников оплачивать кризис, созданный капиталистической системой, который все нарастает и углубляется. Рост цен, инфляция – все это подрывают условия жизни работников. Растет социальное неравенство. Под угрозой находятся демократические права и свободы. Свобода деятельности профсоюзных движений. 43-я конференция ФАО проходит именно на таком мрачном фоне. Продовольствие и водные ресурсы – это жизненно важные ценности для человечества. Но доминирующая капиталистическая система использует их в качестве рычага для экономической эксплуатации и извлечения прибыли. Вместо того, чтобы работать в интересах продовольственной достаточности, искоренения голода и неполноценного питания, защиты природных ресурсов от безнаказанности и чрезмерной эксплуатации правящей верхушкой, мы столкнулись с такой ситуацией, когда основным приоритетом остается спекуляция и контроль над глобальной агропродовольственной цепочкой. Красивые слова не скроют истинных реалий. Реалии такова, что мы далеки от достижения цели устойчивого развития к 2030 году. Сегодня мир столкнулся с риском полного провала системы сбалансированного использования водных ресурсов и обеспечения продовольственной безопасности. И ФАО требуется кардинальная переориентация действий. Следует прежде всего отказаться от неолиберальной экономической системы. Важно работать на основе политики солидарности и сотрудничества между странами. Регулирование, а не либерализация глобальных сельскохозяйственных рынков. Вот что необходимо. Политика должна принимать во внимание интересы каждой страны, каждого региона, а не доминирующие глобальные интересы. Истинные сельскохозяйственные реформы с использованием научных и технических достижений на благо многих, а не лишь горстки власть держащих. Но для такой переориентации необходимо провести прогрессивные демократические реформы внутри самой ФАО. Необходима демократизация операций организации, более значимая роль тех организаций, которые представляют тех, кто создает сельскохозяйственное изобилие, тех, кто действительно заботится об устойчивости окружающей среды и справедливого использования природных ресурсов. ФАО следует предоставлять независимый анализ. Ее политическая роль должна быть укреплена. И не стоит ставить ее ниже, чем маргинализованные структуры и институты, которые должны обслуживать систему, такие как Всемирный банк, Давосский форум, Группа 20 и так далее. Дамы и господа, ВФП, Всемирное профсоюзное движение, ведет классовую борьбу за сельское развитие, за рациональное использование водных ресурсов, адаптированная к потребностям людей и общества, а не к интересам монополий и многонациональных корпораций. В интересах лучшего и справедливого будущего без эксплуатации и разбазаривания бесценных природных ресурсов. Наша борьба, объединившая работников и фермеров, объединившая всех угнетенных, солидарность, интернационализм, глобальная мобилизация сделают этот необходимый нам мир реальностью.